Motion Picture Corporation of America представляет. Фильм Джона Тертельтофа. В фильме принимают участие Питер и Дэвид Полы, братья Варвары, Мартин Мул. В фильме «Думай по-крупному». В фильме также снимались Ари Мэйер, Клод Кристиан, Ричард Хилл, Ричард Молл. Майкл Уинслоу, Томас Гофшлаг, Тони Лонго, и другие. А также Дэвид Кэррадайн в роли Свини. Оператор-постановщик Марк Моррис. Художник-постановщик Роберт Шуленберг. Мультипликация Кэрол Холидей. Монтаж Джеффа Райнера. Композиторы Майкл Сэмбелло, Хиллари Белоркоми. Авторы сценария Джим Винорски, Ар Джей Робертсон. При участии Эдварда Ковича, Дэвида Трузика, Джона Тертенберга. Продюсеры Брэд Крейди, Стивен Стеблер. Режиссер Джон Тертельтоб. Эй, Рейф, ты никогда не думал иметь детей? Виктор, мы потеряем наш грузовик из-за тебя. Где-то в Монтане. Настоящее время. Если успеем вовремя, я убью тебя. Кроме того, дети приносят мне удачу. Здесь, конечно, не рождаются с тремя шестерками на голове. Послушай, женщина, всегда приносит мне удачу. Перестань, у нас всего один пассажир, скоро будет два. Если успеем, я тебя убью. Не знаю. Женщины наиболее привлекательны, когда рожают. Быстрее видеть машину, быстрее, быстрее. Зачем она это делает с нами? Стой, эй, стой. Хорошо, что ты не поехал в объезд. Берегись. Дорога закрыта. Ай, черт. Что он там делает? Кричит. Ты понимаешь, у нас 120 минут, чтобы доставить груз. Ничего страшного, повернется по дороге. Мне кажется, она говорит, поторопись. Ты думаешь, ты детский сад не кончил? Меня выгнали. Я умру. Достань куриную косточку. Достань скорее куриную косточку. Chicken bone.
Куриная косточка, куриная косточка, счастливая куриная косточка. Ну что она там делает? Не знаю. По-моему, замолчала. Я говорил тебе, говорил, осторожно, монахини. Иди туда и помоги ей. Кто, я? Я не понимаю ничего в родах. Иди туда. Возьми наши рубашки, подложи. Она что, кто из чистки, Виктор? Доктор Виктор, доктор Виктор, пожалуйста, зайдите в палату. Доктор Виктор, зайдите в родильное отделение. Привет, ребята. Ну давай, давай, ребеночек, иди сюда, иди сюда, иди сюда, давай, давай, прыгай, прыгай. Ой. Ну и ну, ну и ну, ну и ну. Выходи из машины. И руки, чтоб я видел. О, Господи! Make room for mommy. А вот и мамочка. Ну, иди ко мне. This is the best delivery we ever made. Лучший груз, который мы когда-либо доставляли. Ой, ребята, я не знаю, как ваша мать это делала. Вы сделали хорошее дело. Забудь об этом. Я не могу забыть об этом. Мне надо мою норму штрафа выполнить за этот месяц. Ну, давай. Права. Не могу поверить, что мы снова опоздаем. Вот тебе и добрые дела. Господи, Вик, наша удача должна примениться. Свиньи! Не волнуйся, он никогда не найдет вторую передачу. Я тебе говорил. Не можешь найти, не берись, брось. Я собирался конфисковать ваш грузовик, но я передумал. Ты мерзавец, свиньи. Ну вот тебе благодарность. Слушайте, ребята, вы должны $1,500. Иначе мы имеем право забрать грузовик. Остался один взнос, понимаешь, и грузовик наш, это все, что у нас есть. Вот поэтому я даю вам еще один шанс. Вот так вот. Эй, свиньи. Это уже удача. Ну вот, путешествует она автостопом по 89-му шоссе. Хорошие носки, спасибо. Девушка была потрясающая. Где ты взял эти носки? Неподалеку. Когда она залезает в кабину, вот что она мне говорит. Это ручная вязка. И тот, кто это сделал,
Постарался, действительно, хорошая работа. Кто это тебя связал? Да сам я связал, ты у меня хобби такое. У тебя тоже, и у меня. Ты на 4 петли вязал или на 2? Здорово, ребята, с возвращением. Ну, как дела? Ты знаешь, как дела. Где вы были, ребята? Ну, вы знаете, свиньи. Да. Надо заплатить за этот грузовик. Грузовик будет ваш. Я готов на вас работать. Оставайтесь, где стоите. Ребят, не волнуйся. У меня есть идея. Хорошая идея. Здравствуйте, ребята. Тут вам звонили, пока вас не было. Из больницы Холли-Сан. Ваш крестный Сван прекрасно себя чувствует. А вот из управления шоссейных дорог. Они хотели бы, чтобы вы помогли им найти остатки их заграждения. И, наконец, но не последнее, звонили из компании Мострантана Дистрибьюшн. Они говорят, что сумели прочитать «Войну и мир», пока дожидались вашего груза. У меня каждый раз отрыжка, когда вы везете груз. Почему не можете доставить груз вовремя? Рейф, это Рейф виноват. Да, Рейф виноват. Ну, тебе конец. Я тебя убью. Ладно, слушайте, придурки. Все. Груз токсических отходов ожидает вас в Декстере. Ну, кто его повезет? Компания Techstar заплатит лишние 2 штуки за это. Зи! Извини, грузовик в плохом состоянии. Серьезная проблема. Джонсон, геморрой. У меня геморрой. Ты сам геморрой. Джимми. Коклюш у меня, босс. Этого я и боялся. Денежки. Эй, а куда направляется груз? В Сан-Педро. Это в Южной Калифорнии. Выйдите сейчас, возьмете груз в Декстере и отвезете к 7 часам вечера завтра. И вовремя. Хватит у вас на это мозгов. Видите? Это, ребята, я назвал это часами для дураков. Сделал специально для вас. Танкер ожидает этот груз, чтобы отвезти его на какую-то помойку в Южной Америке. Отправляется ровно в 7 завтра вечером. Вы должны быть там или никаких вам денег. Это ровно через 33 часа. Даже слепой человек. С 3 передачами довезет груз за 19 часов. Значит, вам остается 14 часов на всякие глупости. И не испортите это дело. Эй, доллар ставлю, что он обзовет нас неудачниками. Неудачники. Институт Techstar. Джордан Мартана. Добро пожаловать в Techstar. Каждый день в Techstar мы занимаемся тем, что поставляем вам современную технологию. В чем секрет успеха в Techstar? Гении. Вместо того, чтобы тратить свое время в школах, собрались здесь, чтобы участвовать в прекрасной общеобразовательной программе.
Повторить? Студенты не только получают прекрасное образование, но также производят современное оборудование. Они заканчивают школу 16 лет, всего лишь 16 лет. Холли всего 16 лет, но она уже изобрела последнее наше достижение. Techstar 4000. Представьте себе. Устройство, которое может включать или выключать любую электронную цепь. Похоже на дистанционное управление для телевизора. Совершенно верно. Спасибо. Это модель для тайных операций. Так, минуточку, сейчас я... О, простите. Что? Нет. А где доктор Брукнер? Он в конференц-зале, но туда нельзя. Да я иду просто в туалет. Холли, пожалуйста, сядь и работай. Я не могу. У меня, по-моему, только что началась менструация. Ну... Ладно тогда, иди. А вы все повернитесь. Сейчас я наложу, господа, ради бога, извините. О, танки. Да. Танки, лазеры, компьютеры, устройства для открывания гаража, да что угодно. В чем есть электронная схема, может быть, отключено дистанционным управлением Techstar. Мы приехали сегодня забрать свое устройство. Более месяца назад мы положили $1 миллион на ваш счет в швейцарском банке. Черт бы тебя побрал, доктор Брукнер. Оно готово? Или нет? Готово ли оно? Конечно. Тогда давайте испытаем по-настоящему. Лазерный пистолет. Стимулятор сердца. Такой же, который имплантирован нашего государственного секретаря. И электронный замок. Если вы сможете отключить их с того места, где стоите, то значит мы ведем дела. Ну что ж, смотрите. О, какая жалость, господин секретарь. Небольшая недоработка. Господа, дело в том, что военные возможности этого устройства беспредельны, а это небольшая недоработка. Вы переведете остальные деньги, а я избавлюсь от недоработки. Дело в том, что ты имеешь 48 часов, чтобы избавиться от всех недоработок. Точка. Точка. Спасибо. Проклятие. 94 бутылки пива на стене. Прекрати это, черт возьми. Ты же любишь эту песню. Да ты перестанешь или нет? Доктор Айрин Марш. Не могу поверить. Холли, сейчас время Митчелла. Доктор Марш. Брукнер обещал мне, что не будет использовать мое изобретение как оружие, но там такое впечатление, что собрание анонимных военных промышленников. Я все понимаю, но сейчас время Митчелла. Должна быть школа. Ты помнишь условия? Бесплатное образование, бесплатное оборудование, все бесплатное, но школе принадлежит все изобретения. Да, но не с этим. Он обещал мне...
Послушайте, пожалуйста, поговорите с ним. Он может вас послушать. Полли, Полли Шервуд, пожалуйста, зайди ко мне в кабинет немедленно. Пожалуйста. Вы должны это сделать. Холли, я не должна вмешиваться в эти вопросы, ты понимаешь? Я не могу поверить, я думала, вы на моей стороне, я на твоей. Значит, никому нельзя ни в чем здесь доверять, даже вам. Холли. Налить тебе стакан холодной кока-колы, диетической кока-колы, дикой финизированной кока-колы, классической кока-колы. Нет, спасибо, значит, никакой кока-колы. Наша маленькая демонстрация. Так, Star 4000 прошла сегодня, да, и как, все было не слишком хорошо. Похоже, здесь какая-то недоработка в устройстве, но... Некоторые вкладчики очень заинтересовались этим проектом. Они из больницы. В Атланте. Понятно. Мы же не любим недоработки. Поэтому дело обстоит так. Я дам своих лучших людей. Нет, да это не нужно. Я знаю, что там не так. У меня небольшие сомнения в передатчиках внутренней энергии. Да, я понимаю. Поэтому дайте мне возможность провести диагностику. Ты уверена, что все получится? Ну, вы же верите мне. Конечно. Холли, наладь это устройство к завтрашнему дню, и мы будем очень богаты. Как богаты? Чертовски богаты. 44 бутылки на стене, да. Включен модем. Набираю номер телефона. Беверли-Хиллз, Калифорния. Холли, где ты находишься? Я тоже скучал по тебе. Я собираюсь бежать отсюда. Чем я могу помочь? Просто жди меня. Будь осторожна. Митчелл, ты что, подслушиваешь? Нет. Я никому не скажу, клянусь. Я клянусь, клянусь, клянусь. Ну, клянусь. Холли Шервуд. Как бы ты ни резал, все равно выходит, как прошедшая микроволновую обработку. Это тебе не тостер. Ну, все не так просто. Это что такое? Ну что, позвонить в обслугу, позвонить в обслугу. Так-так. Как ты думаешь, это учебная тревога Брукнера? Тогда лучше позвонить в обслугу. Какой там телефон? Kidney bones connected to the foot bone connected to the...
All of a sudden we got Rocky and Bullwinkle on all the monitors. Неожиданно у нас появился мультфильм Рокки и Боуи на всех мониторах. Нет, нет, та серия, где Борис, этот русский, забирает ключ у лося. Нет, ну как ты можешь сравнивать микроволновая печь и тостер? Мне нравится этот эпизод. Нет, у тостера есть преимущество над микроволновой плитой. Тосты. В микроволновой плите тосты не поджаришь, только в тостере. Дурацкая дверь. Давай, давай, хватит тянуть время, грузи бочки. Грузи, грузи. Мы должны забрать то, что должны забрать. А, это опять вы, ребята. Идите, отдохните, пока мы грузим эти отходы. Эй! Эта штука забрала мой четвертак. Эй, где здесь сортир? Мне нужно отлить по маленькой. Извини, но туалеты в запретной зоне. Тебе понадобится специальный пропуск. Специальный пропуск, чтобы отлить? Что ж нужно иметь тогда, чтобы сходить по-большому? Эй, поосторожней с этим. Ты, придурок. Эй, толстоголовый. Ты что делаешь? Прекрати. Это собственность компании. Эй, шакал, а ну положи. Эй, половина этих вертаков мои. Майти Маус. Эй, не серди меня лучше. Кока-кола и куча монет. Сейчас вызову охрану. Охрана, охрана. Мы приступаем к самой деликатной части операции, доктор. Любая ошибка может закончиться кровотечением, которое не остановишь, и повреждением тканей. Смотри, смотри, мы теряем его. Смотри на его нос, красный нос. Хорошо, доктор. Ваша очередь. Док. Ты когда-нибудь думал о папе каждый раз, когда меня тошнит? Неужели и мы так же кончим, как он? Ты играй в игру, Рейв. Нет, серьезно, мы такие же неудачники, как и он. Мы потеряем работу, потеряем свой грузовик, потеряем все. Представляешь? Мы такие же неудачники, как он даже не знает нас. Перестань волноваться. Мы доставим груз, получим две штуки, начнем откладывать, и глядишь, все у нас наладится. Виктор и Рейф Стракины. Рейф и Виктор Стракины, я старше. Да всего на одну минуту. Да, этого достаточно, чтобы сделать меня королем, а тебя никем. Если бы папаша был королем, когда он умер. Нет, если бы ты был девочкой. Если бы я был девочкой, ты тоже был бы девочкой, а я бы стал королевой. Ну ладно, я не девочка. И ты тоже. Это самый идиотский разговор, который я когда-либо слышала. Пассажир! Привет. Как ты попал в нашу машину? Неважно, я тебе покажу, как она уберется отсюда. Меня зовут Холли. А я Виктор, а это мой брат. Рад познакомиться.
Убирайся. Куда вы направляетесь? В Лос-Анджелес. Мы должны быть там через 29 часов и 28 минут, так что вылезайте. Лос-Анджелес замечательно. Let's go, kiddo. Flight is a bad luck. Давай, вылезай. Пассажир приносит неудачу. Хорошо. Аэропорт Биллингса по дороге, я там сойду. Ну, пожалуйста, это важно. Ты видишь, у нее неприятности. А если мы ее подвезем, мы сами будем иметь неприятности. У меня нет неприятности. Эй, подожди секундочку. Ты сидишь на нашей игре. Послушайте, дело... Вам, братья, он болен, очень болен. У него редкое заболевание крови. Гемоглобиносис. Да, я слышал о таком. Она наведет порчу на наш груз. Как можно вести порчу на ядовитые отходы? Ладно, мы теряем времени. Аэропорт строго по дороге. Подвезем ее. Виктор, я не собираюсь терять этот груз. Что ты делаешь? А ты что делаешь? Смотри. Бронирование мест авиакомпании Wellstar. Рейс Биллингс, Лос-Анджелес. Форма платежа, кредитная карточка Visa. У тебя своя собственная кредитная карточка? Принадлежит старому школьному другу. А у меня была только библиотечная карточка. Вовремя. Доктор Хейден Брюкнер, исполнительный директор. Так вот, найдите ее, потому что мне нужно это устройство. Мисс Марш, рад вас видеть после того, как вся моя жизнь развалилась. Что? Да, я подожду. Как вы могли так поступить со мной? С вами? Насколько я понимаю, вы сказали ей неправду. И мне. Зачем мне врать вам? Нет, не вам. Позвоните мне, когда найдете, где она. Вы ведь продаете это устройство за ее спиной. Ну, перестаньте. Есть же рынок. Какой рынок? Меня навещала Холли сегодня утром. Она знает о гостях в конференц-зале. Она пришла к вам утром, а сейчас вы говорите мне? Отлично. 16-летняя девочка одна там. Один Господь знает, что может с ней случиться. Или с устройством. Надеюсь, что-нибудь важное, Робертс. Она заказала билет в аэропорту Биллингс на 2 часа в Лос-Анджелес. И у ней хороший кредит. Посмотрите-ка. Купила на кредитную карточку Visa. Карточку выписана именно Фредерикса из Голливуда. Фредерикса, как же моя кредитная карточка. Отмените заказ билета, отмените все ее карточки и мои. И Робертс. Робертс, ни слова об этом Фредериксе, ясно? Ну, спасибо, что повезли, ребята. Ну, что ты? Видишь, я говорил, никакой порчи от нее не будет. Я пойду схожу в сортир. Ты бегаешь каждые 10 минут. Варвары. О чем ты говоришь в присутствии девушки? I'm sorry, that reservation Извините, has been canceled. Но What? Этот заказ отменили, что? Должна быть какая-то ошибка, билет был оплачен. Вашу карточку тоже отменили, может быть, хотите заплатить чем-то еще? Да. Well, this card's been canceled too. Все эти карточки тоже. No. Отмены у вас есть наличные? Нет. Well, how about if I... А что если я... Ладно, забудьте об этом. Don't make a scene, Holly. Не устраивай сцены, Холли, пошли. Извините, сэр. Извините, сэр. Эта девочка с вами? Извините, сэр. Алло. Летайте самолетами компании «Виктор».
Извините. Nice. You know, if these aren't yours, they ought to be. Если это ваше, то вы должны быть счастливы. Jeez. Господи. Похоже, ему больно. Let my brother go. А ну отпусти моего брата. И я отпущу твоего приятеля. Okay. Хорошо. Okay. Хорошо. Fine. Хорошо. Let him go. Okay. Отпусти его. Now I let your buddy go. Ладно, теперь отпускаю твоего приятеля. Эй, эй, нет, 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 эй, эй. I hate when that happens. Ужасно, когда такое происходит. Осторожно. Она угоняет наш грузовик, не волнуйся. Она никогда не найдет второй передачи. Она нашла вторую передачу. Эй, Холли! Подожди нас! Эй! А ну, остановись! Hi, guys. Привет, ребята! Я так рада, что с вами все в порядке. Я напугалась, думала, вы не доберетесь. Ну, хватит. Не пользуйся тем, что ты думаешь, что мы два больших идиота. Нет, мы два здоровых идиота. Замолчи. Мы чуть не погибли в битве с какими-то незнакомцами. Украла наш грузовик, а теперь представляешься, что все в порядке. Кто думаешь, ты есть? Мы тебе доверяли. Мы в тебя поверили. Я в тебя поверил. Мне очень жаль. Вы правы. У меня большие неприятности. Я не знал, как просить вас. Я боялась, что если я расскажу, вы меня просто высадите. Ну, хорошо, хорошо. Ты расскажешь нам, что происходит? Я забралась в ваш грузовик Techstar. Я думал, это фабрика какая-то. Нет, это научный исследовательский центр. Они ведут исследования в области химии, электроники, но там есть и школы для гениальных детей. Ты не похожа на гения. Не суди по людям, по их виду. Они забрали у меня одежду, компьютер, деньги, все. Можно мне поехать с вами, пока я чего-нибудь не придумаю? Зайчик, зайчик, ты в лесу, помоги поймать лису. Мы идем с тобой в поход, так что заводи и вперед. Нам поможет счастливая звезда. Вы что, шутите? Нет? Ну-ка дай мне счастливые орешки. У вас что, ребята, есть счастливые орешки? Ну, Виктор так ест, что тебе, считай, повезло, если тебе достался орешек. Они находятся в грузовике. Компания Techstar направляются на запад. Вы должны были давно взять их за задницу, а не сидеть на своей. Эмидел с идиотами. Пришлите Ирвинг ко мне. Если бы он был здесь, я бы не просил, чтобы он пришел. Так, хорошо. Хейден, я пойду прилягу ненадолго. Конечно, иди отдохни. Господи, конечно, ничего здесь важного не происходит. Ладно. Извините, я вас не заметила. Я всегда такой незаметный. Я вижу.
Well, your little Cub Scouts. Но твои бойскауты провалили дело. Хватит. Ирвинг. Ботинки. Извините. Самолет отвезет тебя в аэропорт Биллингса. Найди их, найди этих придурков и сделай все, чтобы вернуть девушку. Все, что угодно. Отлично. И вот этот тип Брукнер, директор моей школы. Он такой противник, никому не разрешает уезжать, кроме как на Пасху и на Рождество. А я думал, наша монахиня в приюте были строгие. Помнишь сестру Бергхед? Yeah? Да? Кто это? Herman. Herman. Big what? Big что? Oh yeah, Herm. А, Herm. Hey, listen, Herm. Эй, послушай, Herm. If the dime is not on time, this car is mine. Если денежки в срок не придут, твоя машина моя. Ты, наверное, здорово работал, почти все выплатил за машину. Но перестань, не принимай на свой счет. Да, и ты туда же. Задница. Hi, boss. It's Привет, Sweeney. Босс. Это Свини. Джон Свини. Джон Свини. Your number one man. Ваш человек номер один. Yeah. Да. Yeah, I hooked on to. Я fish that was подцепил рыбку, которая вот-вот должна была выскользнуть. Я скажу, где можно ее забрать. А я иду ловить рыбку покрупней. Она будет здесь с минуты на минуту. Бинго, попались. You are the Albert Einstein of repo. Ты, Альберт Эйнштейн, конфискационного дела. Why can't you boys ever make a delivery on time? Еще никогда не можете доставить груз вовремя. Стоянка грузовиков. Мотель. Your turn. I know, I твоя очередь, я знаю, знаю. I know, all right. И не спорь ничего на этот раз, не волнуйся. So, what's good here? Music. Ну и что здесь дают? Музыку. Finally get to take my ways, okay? Do me a favor, ну, хорошо. Закажи мне два больших бутерброда, клубный кусок тыквенного пирога, жилет и шинь для Рейфа. Just kidding. Я шучу. Больно. Только на этот раз ничего не порти. Ну и ну. Эй, это кто такой? Привет, Хэп. Что будешь есть сегодня? Ну, я думаю, глядя на это меню, что мне, пожалуйста. Мне, пожалуйста, масляные камни поджаренные. Ну ладно, перестань. Ну так, а что ты посоветуешь? How you doing, sweet potato? Ну как дела, сладкая картошечка? Fine. Хорошо. Excuse me. Извините. Виктор? 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 Виктор. Я поведу тебя туда, где ты никогда не был. Ты такой, такой отвратительно. Рейф. Рейф. Someone was watching. За нами кто следил? Рейф? Я не Рейф. Я Виктор. Where's Victor?
А где Виктор? Он там, где никогда раньше не был. А это что за штука? Осторожно. Видишь ли, это биполярная электронная система вторжения, которую я изобрела. Она выборочно подключается к любой электрической сети и воздействует на поток электронов или их возврат. В общем, она включает и выключает штуки. Понял? А ты где был? Я так глупостями занимался. Да, ну видел? Да, ну? Хэп! Эй, Хэп! Давай сюда! До встречи! Эй, я так и думал, что счастливчик стоит на улице. Ну как дела, по-прежнему? А вы куда едете в Сан-Педро, правда? Может, поедем к конвоям? Я везу машины для искусственного загара в Калифорнию. Это все равно, что возить снег эскимосом. А это наша подруга Холли. Очень приятно познакомиться. Здравствуйте, ваши друзья. Она едет в Лос-Анджелес, и лучше не в нашем грузовике. Минуточка, это зависит. Ты любишь глупые шутки? Я не говорю про этих. Я думаю, я вынесу. Хорошо. Встретимся снаружи. Рад был вас видеть. И сделайте большое одолжение. Ничего не ломайте, детки. Ну? Спасибо вам за все. Ну и за ужин вообще. Пока. И желаю удачи. А я съем ее картошечку. Вот. Была заноза в заднице, да? Но очень интересная. По-моему, это становится еще интересней. Помогите. Бери. Подержи минуточку за меня. Что? Давай, давай, беги, беги. Только не в лицо, только не в лицо. Только не в лицо. Больно? Ну, ребята, я и драк не люблю. Вы оставайтесь, я поехал. Нет, я хочу взять цепь. Всегда тебе цепь. Нет, я возьму цепь. Wow. Ну и ну. Займитесь ими. Я пойду за девчонкой. Я пошел к Холли. Давай, давай, иди, не волнуйся. Я этих держу, нет проблем. Эй, отстань от меня, Голиаф. А ну пошел. А то я сломаю шею. Попробуй мою, будет веселей. Do that again. Well, that hurts. Say ah. Скажи ah. Бедняга. Come on, вернись, я застрял.
Что делаешь? I'm trying to disengage electronic starter and fuel injection system so they can't follow us. Пытаюсь отключить электронную систему зажигания и не могу. Вот. Consider them disengaged. Считаю, что они отключены. Excuse me, miss. Нет, извините, мисс. I do believe this is my truck. По-моему, это мой грузовик. I don't deserve this. Я не заслуживаю этого. What do we do with these guys? Что делать с этими двумя? Не могу поверить, она опять угоняет наш грузовик. Нет, не угоняет. Let's go! Пошли. Давайте скорее, скорее. Виктор, Рэй. Где моя бейсбольная бита? Что ты делаешь? Rabbit, rabbit, treat them good. Lucky, lucky, зайчик, зайчик, ты в лесу. Помоги поймать лесу. Заводим, поехали. Знаешь, ребята, на этот раз я никаких глупостей не делал и хорошо вела машину, хорошо вела. Все бочки сбила в радиус 10 метров. Я и собирался это сделать. Ты знаешь, не обижайся, но ты приносишь несчастье. Доступ к файлу Холли Шервуд. Неплохая попытка, Брукнер. Вытри себе задницу. Hey, that's it up on the left. Эй, колесо стучит слева. Почему останавливаешься? Ты слышишь? Может, пройдет само? Да нет. Надо посмотреть. Кроме того, лучше вообще не высовываться сегодня. Завтра поправим поломку. Здесь всего две кровати. Но зато прекрасное кресло, тебе понравится. Ладно, я пойду приму душ. Хорошо. О, Господи, Виктор, я уже начал беспокоиться. Back up and lie down in the bed. Назад и ложись в кровать. Но мы только что познакомились. Давай ложись. Kiss the pillow, sport. I knew this was a kinky motel. Давай руки за спину, я знал, что это какой-то странный мотель. Я не знаю, кто вы, но вы не троньте эту девочку. Да? Знаешь что? What? Что? That's what. Ничего, так. And you know what else? И знаешь что еще? Что? You didn't try this time. Don't mess with me, I mean business. Завязала, Слава. Не шути со мной. Я серьезно настроенная. Your hands are nice. А руки тебе ничего. Нежные. Холли, это доктор Марш, мы уезжаем отсюда. Sorry. Извини. Don't mention it. Ну что ты? Холли, это доктор Марш, do you hear me? Холли, это доктор Марш, давай, уезжаем отсюда. Give me that. Дай сюда. Hi, Doc. Привет, Док. Привет.
Почему кто-нибудь не передаст этого Брукнера в руки правительства или куда-нибудь еще? Потому что это будет наше показание против его. А он сделает все, чтобы лишить Холли этого устройства. Зачем он это делает? Да, кстати, я тоже хочу сказать, кто-нибудь будет есть последний кусок? Оставь мне половину, никогда. Дай сюда пиццу. Прости. Мне нужна ваша помощь. Виктор, будь осторожен. Что? Ты сломаешь? Нет. Это штука от телевизора. Смотри. Ой. Извини. Вот. От телевизора. Вот это твоя. Спасибо. Слышите, ребята? Они же будут искать Холли в вашем грузовике. Почему мне не отвезти ее в Лос-Анджелес? Это отлично. Это прекрасная идея. Это мой кусок. Но мне надо отдохнуть перед выездом. Так что увидимся утром. Эй, послушайте. Я говорил с парнем, нет свободных мест. Поэтому вы уж располагайтесь здесь. А в чем мы должны выступать? А мы переспим в грузовике. Вик, спасибо, это очень любезно. И прости, что ударил тебя по голове. Не волнуйся. У меня там, может, немного мозгов, но те, которые есть, крепкие. А ты ничего. Доктор Марш. Доктор Марш. Айрин. How is going to be okay? С Холли все будет в порядке, да? Да. Thanks to you and your brother. Благодаря тебе и твоему брату. Ромео, заткнись, Виктор. Ты уже влюбился в нее? Есть вещи, которых ты не понимаешь. Ты любишь ее. Ты женишься на ней. Когда ты повзрослеешь, наконец. Привет, привет. Просто хотел попрощаться. Ну, спасибо за одежду. Хороший. Ботинки. Привет, ребята. А Виктор говорит, что машину можно в трейлер засунуть. Эй, а кто это у вас на грузовике? О, Господи. Виктор же в багажнике. Поехали за ним быстро на твоей машине. Холли, скорей. Молодец, свинья. Что тут говорить? Давай, давай, скорее, постарайся заставить его. Черт. Ладно, проезжай слева. Так, так, обошли. Можешь себя сменить? Нет, нет, я сама. Эй! А теперь мы сможем его обойти. Ему придется притормозить с грузом. Вот вам. What are you doing?
Что ты делаешь? Не волнуйся обо мне. Поехали. Рэй! У грузовика электронное зажигание? Да. Что за черт? И тормоза не работают. Рейв! А ну-ка, кабини меня. Эй! Я слишком стар для этого. Рэй, будь осторожен. Дорогая, я дома. Да? Все, тебе конец. Перестань. Я терпеть не мог этот револьвер. Но врел с тебя еще раз. Останавливай. Кумбая. О, завелась. Как ты это сделал? Вик. Я Рейв. Ну ладно, кто бы ты ни был. Мы с тобой оба знаем, что этот грузовик будет моим рано или поздно. Никогда. Завтра мы внесем последний платеж, и он будет навсегда наш. А если вы это не сделаете, нет, такого не будет. На этот раз мы действуем мозгами. Ну тогда мне точно повезет, ребята. Tell me you weren't driving. Скажи мне, что это не ты вел машину. Need a lift? Класс, не надо подвезти. Два пассажира. Митчелл Фарбер. You're in trouble, Porky. У тебя неприятности, Порки. Я спрошу тебя один раз, Фарбер. Она говорила, куда едет. Я клянусь, доктор Бруклер, не сказала. Я клянусь Богом. Хорошо. Я не буду тебя мучить. Ты можешь проникнуть в ее файлы? Нет, это невозможно. У ней пароли, разные коды, не проникнешь туда. Может быть, ты хочешь, чтобы я сказал своим родителям, что ты все еще мочишься в кровать, но вы же этого не сделаете. Ну-ка, открой мне ее файлы. Приготовьте самолет, я еду в Лос-Анджелес. Эта штука, которую она изобрела, стоит больших денег? Да, можно купить целый гараж таких грузовиков. Здорово, но главное ведь не продавать свои убеждения, чтобы получить это. Я понимаю. Холли упрямая девчонка. Если следовать зову сердца, то и горы полетят в воздух. Это кто? Альберт Швейцер сказал? Нет. Шварценеггер в фильме «Конан Варвар». Ну,
На этот раз это наше шоу. Им не уйти. Коле повезло, что она встретила двух таких парней. Сначала я был не уверен, ну да, я знаю. Пассажиры приносят неудачу. Ладно. Обгоняй его. Обгоняй его. Обгоняй его. Ну а как насчет меня? Я тоже переношу несчастье. Берегись. Они вернулись. Так, и слева у нас гости, и справа. Ты думаешь то, что я думаю? Да. Успеем, успеем, проскочим перед поездом. Я подниму шлагбаумы. Так-так. Косточка, косточка, куриная косточка. Ты сможешь остановить поезд? Будь это электропоезд, а этот нет. Подождите, не стреляйте. Не стреляйте. Да? Теперь ты мой. Давай, работай, несчастная машина. Давай, двигай свой грузовик. Когда они выйдут, хватай девчонку. Ты понимаешь, что грузовик с ядовитыми отходами сейчас врежется в поезд? Я пошел отсюда. До встречи. Давай к грузовику. Вы что, с ума сошли? Ядовитые отходы. Я, может, и здоровый, но не глупый. Пошли отсюда. Куриная косточка, куриная косточка. Куриная косточка. Видите? Запросто. Куриная косточка приносит удачу. Ну что вы стоите? Придурки несчастные. Чините машины. Калифорния. Беверли-Хиллз. Сан-Педро. Все в порядке? Теперь да. Ладно, ладно, перестаньте оба. Это Гриффит, это Рейв, Виктор, доктор Марш. Рейв, как поживаешь? Ты тоже гений? Но нам пора ехать. Послушайте, ребята, спасибо вам большое. Вы столько сделали. Ну, будь здорова. Пока. Ну, пока, ребята. Спасибо, ребята.
Езжайте скорее, а то потеряете свой грузовик. Да ну, в ящике сказано, 2,5 часа осталось. Тогда, может, останетесь, поужинаете? Нет, семьи должны быть там. Тогда надо ехать. Черт возьми, эти часы подвели нас, скорей! Зайчик, зайчик, ты в лесу, помоги поймать лису, заводи, поехали! Вот, ребята, это может вам понадобиться. Чем будем с этим делать? Поехали! Что я должен делать с этой штукой? Если захочешь красный свет переменить на зеленый, нажми 3-3-6. Давай, давай. Косточка, косточка, ты готов? 3-3-6. Так, готов. 3-3-6-2. Получилось. Нет. Эй, за нами погоня, не волнуйся, что-нибудь сделаем. Вот тебя. И вот тебя. И вот тебя. Мы не успеем на светофор. 3-3-6-4, 3-3-6-5. Получилось. Куриная косточка каждый раз помогает. Сколько у нас осталось ехать? 10 минут. 25 в запасе. Брейкер, брейкер. Похоже на голос Митчелла Фарбера. Холли, Холли, ты там? Эй, как твоя кличка? Митчелл, Холли, там? Митчелл, это доктор Марш. Что происходит? Здравствуйте, доктор Марш. Где Холли? Мы отвезли ее к ее приятелю. Ой-ой-ой. Что значит ой-ой-ой, Митчелл? Только не сердитесь. Бруклин заставил меня все рассказать. Он будет там с минут на минуты. О, Господи, Митчелл. 10-4, конец передачи. Мы почти приехали. А может, и все в порядке. И мы, наверное, ничего бы не смогли сделать, да? Согласны? Согласен? Давай, Холя, а то будет гораздо хуже. Я отдала водителю грузовика, и я должен поверить, что ты доверила свое самое ценное достояние двум придуркам. Мне нужно это устройство. Ты понимаешь меня? У меня нет выбора. Это ведь умная девочка, Холя. Кем ты предпочитаешь быть, богатой или мертвой? Пожалуйста, доктор Брокнер. Это не ответ. Порежь его, Ирвинг. Тебе это нужно, Беркер? Брукнер. Отпусти их. И ты получишь его. Дай сюда. Пока. Он не умрет. Я раздавлю ее в кулаке, или ты думаешь, у меня силы не хватит? Увидишь? Отпустите их. Hello, Irene. Привет, Айрин. Irene, stop her! Ирвин, останови ее. О, Ирвинг. Hold it! Стой.
I guess I'm not as smart as I thought I was. Я, наверное, такая умная, как мне казалось. Я придумала, что это, чтобы помешать людям убивать друг друга. А в результате очень хорошие люди могут пострадать. Доктор Брукнер, это устройство означает для меня все. Но если оно вам нужно, можете его забрать. Спасибо. Берите. Эй! Холли, Холли, Холли. This is gonna go on your transcript, you know. Это пойдет твое личное дело. Брукнер. Рады вас видеть снова. Мы приехали забрать свой аванс. Может быть, я выпишу вам расписку? Давай, садись в машину. У меня прекрасный особняк. Можете провести там со мной время, если хотите. Приятно было поработать с вами, ребята. Его что, дадите ему уехать? Слишком поздно. Мы все равно не можем теперь себе это позволить. Прощай, счастливчик. 7 лет тяжкой работы, и все коту под хвост. Я знал, никогда нам не владеть этим грузовиком. Мы неудачники. Да перестаньте, ребята, вы же знаете, что это не так. Ай, даже не пытайся. Ну хорошо. Вы хотите знать правду? Сначала я правда считал вас, ребята, парочкой идиотов, и пытался этим воспользоваться. Но потом вы рисковали жизнью ради меня. Рисковали своей мечтой. Идиоты так и не поступают. Так поступают герои. Знаете, мне плевать, думайте что угодно. Но если это что-то для вас значит, я правда вас люблю. Пойдем, Рейв. Мне жаль, что вы из-за меня погорели. Я никогда не смогу снова построить такое устройство. Какое? Такое? Где ты его взял? Ты же сама мне его дала. А тогда что же я сломала сувенир из старого мотеля? Ты гений. Кто-нибудь расскажет мне, что здесь происходит? Но беги к своему приятелю. Терпеть не могу. Эти слюнтявые дела. Молодец, молодец. Хорошо поработал. Дай людям хоть досмотреть фильм до конца. Зайчик, зайчик, ты в лесу. Заводи, поехали. Мы доставим вас в груз тогда, когда сами попадем туда. Брейкер 9-1, Брейкер 9-1. Вызываю двойные неприятности. Эй, Холли, это ты? Я, слушайте, я только что
Продала свое устройство на 300 миллионов. Скоро получите свой чек. Спасибо. Спасибо тебе за грузовик. Прекрасно ездит. Не забудьте проверять электронную систему, которая установила каждую 1000 миль. Тогда светофоры будут переключаться как надо. Она настоящий гений. Да, заноза в заднице, но гениальная.